Всем привет, дорогие зрители из солнечной Алании. С вами канал «Недвижимость в Турции», мистер Агасси, Парадайз Алания. Дорогие зрители, нашел двухкомнатную квартиру по очень хорошей цене в новостройке с инфраструктурой. Квартира находится на среднем этаже проекта. Третий этаж, 1, 2, 3. У нас бассейн полукруглый, большой. Детская игровая площадка там, садик. Здесь они установят генератор. Тут открытая большая парковка. Инфраструктура там фитнес, сауна, хамам, шмамам. Все есть. Вот такой фасад голубого цвета с серым. Во. Полумесяц. Расстояние отсюда до моря, до воды Средиземного, скажем, 1050 метров с поворотами, с заворотами максимум. Показываю я вам балкон. Квартира продается с кондиционерами и проточным водонагревателем, а так она пустая. Это для того, чтобы повесить здесь одежду. Кондиционер фирмы SEG. Время съемки 17.19, 15 ноября. Такая вот у нас гостиная, совмещенная с кухней. Мне нравится этот дизайн кухни. 2-3 цвета красиво придумали, молодцы дизайнеры. Глаза не устают от просмотра этих цветов. Ох, как красивый, смотрите, на кухне дамы, будете встречать закат. Так, все с шкафчиками, там вещи покажем, так и жик, так и жик, вот все с шкафчиками. Потолочек вот такой интересный, отсюда вид на вот это, то что видите, то видите. Вся инфраструктура будет готова через месяц, сказали, к концу декабря, скажем, январь. Я уже увидел снизу. Так, здесь у нас санузел. Вот. Качественная душевая кабинка. Проточная водонагреватель фирмы Veita Electronic. Она стоит сейчас 2500 лир. Так, все работает, проверяют. Мелочки, так себе, нормально, двери нормально, домофон. Вот такая прихожая. В этом проекте в середине есть квартира, они поменьше по квадрату уже, но это вроде побольше. Жилая площадь 52 квадратных метра. Брутто здесь 58-60 с балконом вместе. Спальня у нас 12 квадратных метров, отмерял сам. Вид со спальни. По-любому вид у вас не закроется, потому что здесь на углу, видите, как близко. По камере далеко видно, но здесь 30 метров нету. И кондиционер SEG. Высота потолков 275-280 сантиметров. Покажу коридор. Здесь два лифта. Вот такой коридор. Здесь у нас лестничная вот площадка, вот два лифта, больших, не маленьких, вот как полумесяц, красиво, ну, новостройка, что еще вам нужно? Вот красиво все, мило, золото, мебель, дерево, вот два таких лифта, вот видите, все блестит. Так. Подведем итог прямо в лифте, дорогие зрители. Айдат, наверное, здесь где-то будет 200-300 лет между ними. Инфраструктуру я уже вроде как показывал. Там все красиво. Так. Цена этой квартиры 59 тысяч евро. Пирожочек, звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. С вами был Агасий, солнечная Алания, район Махмутлар. Всем пока-пока.